Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня зуба, и на обзорчике у нас будет дюк. Я вам покажу сейчас его в действии, расскажу о герое. Мы уже тут, я не знаю, каток 10 выиграли подряд в дуо. Обалденнейший герой. Сейчас пооткрывали сундучки. Поехали. Герой ближнего боя. Плюсы. Рев станет на 1,5 секунды. Имеет огромный дамаг. Имеет хорошую жизнь. Вблизи с ним, я не знаю, наверное, баг еще возможно справится. Нереальный дамаг. Просто нереальнейший дамаг у него. Смотрите, просто можно издеваться. Вот самое основное то, что он, как видите, станет. И за 1,5 секунды, если поставить нормальный на него. Я не понял, ты чё, бро? Вообще офигели уже. Посмотрите, чё делают? Чё они делают? Полегче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красавчик. Говорим им до свидания, блядь. Конечно, у нас жизни мало осталось. Но зато это было весело. Так, теперь главное мне не слиться. У меня с отхилом все печально сейчас. Так, там сзади идут. Игра реально веселая, я не знаю. Вот так вот еще один топчик. Не знаю, ребят, реально игра просто затягивает, и в нее хочется играть еще, 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 особенно если напарники где-то плюс-минус одинакового левела, видите, если силы одинаковые. Ну, свыше десятки у вас открывается уже 4 плюхи. Еще в фазе. Поехали. Чем дальше, свыше 1500, там уже по 4, по 3 дают за первое место. То есть там уже дальше капать посложнее, у меня еще по 12. Преимущество, вот смотрите, раз, застанил.
По дамагу это один из на сегодня самых топовых героев, как по мне. Вот просто, просто изи. Бро, ты куда собрался? Нифига себе. Нифига себе он там забронировался. Так, мой там хоть жив. Веселые, однако, ребята у нас. Так, пора, походу, жираф оставить на место. Жирафы реально здесь тащат. Веселые ребята. Так, ну что? Мальчики, что тут делается? Ой-ой-ой. Там прям движ. Посмотрите, что делают. Что делают изверги. Блин, а птичек нет. Вообще нереально. Все. Без вариантов. Ну, второе место есть. Мистер и миссис. Тоже веселые ребята. Да, жалко, жалко. Ну, поехали еще разок попробуем. Ну, реально, Бак, вот персонаж, который универсальный. Он и быстро бегает, когда он рычит. Плюс... плюс мега дамагер, плюс танк, я не знаю, это один из таких, ой, говорю, Бак, Дюк, и Бак тоже, то есть это два перса, которыми мне реально нравится играть всегда. Да куда ты, бро? Иди сюда. Разбегались тут, понимаешь?
нормально затарились. Тан-тан-тан. Поехали, поехали дальше. Короче, игра реально массу удовольствия приносит. Не знаю, вот реально здесь по фану то, что реализация и смайлика в самом игровом процессе есть. Плюс персонажа надо одевать, прокачивать. То есть, ну, по сравнению с Бравл Старсом, здесь фана, мне кажется, все-таки побольше. Бравл более такой стандартный, там много карт. Тут единственная пока одна карта, но я думаю, скоро все изменится. Так, что стоим здесь в центре, ждем. Попривлекаем всех пока. Реально, блядь, ржачная игруха. Ой, ёбарес это. Вот это поразвлекаемся сейчас называется. Изи! Изи, ребята! Изи просто развалили 12-го левела. Просто кайф. Вот от этого получаешь кайф от этой игры. Это реально жесть. В общем, вот такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. Что-то аж подвисать начало. Вот так вот. Все, всем пока.